Когда наступила война, я сделала видеоролик, что эта война — это почерк Путина. То есть теперь все знают, кто такой Путин. Вот Буч — это Путин. А сейчас я посмотрела ролик, там, где войсковый ЗСУ кричит: «Больно, мне больно». И я поняла, что этот человек, а их там было несколько, один резал, другой подходил, третий снимал. Эти люди все стали Путинами. Каждый из них имеет право творить историю. Они так думают, что что бы они ни делали, они и есть Путин. У них есть все полномочия делать, что хотите, что они хотят. Не было ни стыда, ни угрызений совести, ни страха, ни омерзения, ничего. Я уже не знаю, сколько голов они отрезают в день. Но дети России, вы не то что матрешки. Матрешки, ну это хоть какой-то смысл в матрешках есть добрый. Ну как бы плодородие, то есть люди должны как бы давать плоды. Вы не матрешки. Если ваши папы убийцы, вы сейчас впитываетесь, у вас внутри вас растет маленький убийца. Вы представляете? Вы как, может быть, знаете, как вот вы родились, вы не знаете, что вы там утенок, вы будете уткой, да? Вы гусенок, вы не знаете, что вы будете гусем, но вы вырастете, вы станете резать головы. Тут другого не дано. Они не удивлены, что они режут головы. Я посмотрела на другом видео, там уже лежат обезглавленные войсковые ЗСУ. У них нет голов и нет сапог, ботинок. Представляете, какой расчет интересный? Снять ботинки, снять каску и отрезать голову. Это уже норма. Я не знаю, что они сначала сапоги снимают, а потом голову отрезают, либо голова. Но они к этому относятся абсолютно нормально. Я не знаю, сколько голов было отрезано в Буче. Там же, наверное, еще не все раскопано. Под Херсоном. Но вот эти все, то, что в подвалах происходит, я думаю, там все отрезается. Я уже слышала, что были найдены женщины без рук и без ног. Я еще думаю, как можно женщинам отрезать руки и ноги? Ну а как можно виском голову отрезать? Как? Вот это и есть. Вот я Путин, я сын этих орков. Но вот вы все родились, чтобы убивать и отрезать голову.